Уникальный телескоп построят близ Алматы астрофизики. С помощью него можно будет наблюдать за вспышками на Солнце. Об этом сообщил лауреат Нобелевской премии Джордж Смут в ходе первой международной конференции энергетической космической лаборатории. В стенах Назарбаев университета он прочитал лекции казахстанским и зарубежным астрофизикам и ученым из 8 стран. Как говорят научные деятели, 95% энергии во Вселенной еще не изучены, и у планеты есть потенциал его использовать. В 76 километрах к юго-востоку от Алматы, в местечке Ассы-Тургень, мы планируем построить этот телескоп. С помощью него мы будем наблюдать за очень короткими всплесками в космосе. Этот телескоп будет очень быстрым. Он сможет менять угол зрения за 2 минуты. Данные, которые мы будем получать из космоса, будем также передавать и в другие университеты мира и обмениваться мнениями. Мы хотим, чтобы Казахстан был одной из первых стран в Центральной Азии с передовой технологией в астрономии. Стоимость такого телескопа около 500 тысяч долларов. Проект будет финансироваться Министерством образования. После его строительства, возможно, заинтересует и инвесторов. Подобных телескопов в мире всего несколько, но и они не столь модифицированы.